Приветствую всех, сейчас я вам покажу вот такое вот чудо. Приехал на реставрацию, вот состояние, конечно, капец плачевное. Вот нужно вот эти крылья целиком менять, вот там два крыла лежат, туда нарушено, нет рельефа на арке. В общем, вот такое дело с порогами, вот так вот двери. В общем, вот так все это выглядит. Москвич 75 года выпуска, вот 80 тысяч пробега. Вот такой вот у него перед. Сейчас я капот опущу. Вот такой вот у него перед. Ну, красавец такой, да? Ретро такой. Особенно зад вообще. Ну, там вот гнил, сгнило крыло переднее. Низ там тоже. Короче, лонжероны. Пороги в таком состоянии нужно зачищать. Ну, от резинок тут уже ничего не осталось. Вот мы видим в таком вот состоянии, как тут внутри у нас. Кстати, родное радио стоит. Вот так вот у нас выглядит панель приборов. Ну, двери так, я скажу, вроде как закрываются. Хромированная часть должна быть, как и ручки. Ну, тяжело ходят двери. Здесь вот видно, что уже что-то варили. Сделано очень коряво. Ну, тут никто же не собирался его там восстанавливать. Вот это все надо будет переделывать. Вот так вот. Ну, это уже ретро автомобиль. Сейчас вам покажу зад. Опа. Кавказская пленница, да, сзади. Как там у них что-то ездило такое похожее. Бак еще слева. Такие стопы прикольные. Ну, состояние у него, конечно, ну, его ж годы. Что тут говорить. Что тут говорить о чем? Здесь полностью, здесь вот вообще пролом какой-то. И запала резина. Здесь нужно все вырезать. Крылья в запасе лежат. Вот там вот. Вот они, да. Крылья буду менять. Пескоструить нужно, потому что болгаркой здесь грамотно не сделаешь. Тут то же самое, рельефа нету в самой арке. Уже идут отклонения как бы от настоящего его вида, от заводского. Поэтому крылья будут врезаться. Вот так вот. Ну вот так вот. Перед этим сейчас вот уже отдал. Этот был в таком же состоянии. Вот этот вот. Практически в таком же. Все, решетка тут все есть. Все как бы